Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен экспериментальной модели Charger под рабочим названием «Грязный малыш». За основу у нас взят мотор, который ставится на электробайки и на скутеры QS205. Сзади у нас 10-е покрышечки мото, спереди 16-е. Батареечка внутри с рабочим напряжением 60 вольт, емкость 42 ампер-часа. Контроллер на 80 ампер, и по данному конфигу у нас скачивается в мотор 5 кВт. Максимальная скорость до 60 км в час, но набирает он ее просто за считанные секунды. Собственно, ради этого мы и проведем свои экспериментальные заезды с другими моделями Charger. Это будет 72-вольтовая версия с 8-киловаттным мотором в пике. Также это будет полноприводный электровелосипед и байк с центральным кареточным мотором. Погнали! Версия Charger с полным приводом даже с помощью педалей показала среди всех самый медленный старт. Неудивительно, так как он создан для комфортного преодоления бездорожья, а не для мощного подрыва и гонок. Charger 8K – наша классическая конфигурация на 72 вольта. Вес байка 50-60 кг в зависимости от батареи, подвески и прочих мелочей. В этом заезде он занимает третье место по разгону на 100 метров. Charger с центральным кареточным мотором «Циклон» показал хороший результат, особенно с помощью педалей на старте. Если учесть, что вес велосипеда 39 кг, то получилась очень сбалансированная модель и для городской езды, и для легкого бездорожья. «Грязный малыш» далеко не на максимальных своих возможностях показал лучший разгон на 100 метров. При своем весе 45 кг «Грязный малыш» получился очень тихий, малогабаритный, мощный и быстрый. Пока мы снимали первую часть и монтажили первую часть про грязного малыша, мы уже придумали, как его можно доработать, улучшить и слегка изменить его внешний вид. Теперь у нас колесная база более симметричная. Спереди у нас стоит 20-ка велообод. Сзади такой же 12-е мото, но мотор теперь новый. QS 260. Номинал трешка, пик пятерочка.
набирает 70 км в час еще быстрее. Контроллер Yuyang с приложением на 200 ампер. Батареечку мы поменяли, и, соответственно, у нас вес стал легче. Он где-то 45 кг теперь весит. Батарея на фирменных призматиках LG, Li NMC, 27 ампер часов, 67 вольт максимальное напряжение. Что касается тормозов, сзади установлены полноценные мототормоза. Передние, скажем так, это больше велоаксессуар, но он у нас без датчика тормоза, специально для того, чтобы можно было зажать и устроить нормальный бёрнинг, пожечь резину, так скажем. Вилка по желанию покупателя будет, это же реальный персональный электротранспорт. Соответственно, здесь стоит обычная велосипедная вилочка для облегчения веса, но захотите, поставим мотовилку, все по вашему желанию. Сзади стоит полноценный мотоамортизатор. Люди и 100, и 120 кг могут отлично, комфортно себя на нем чувствовать. Впереди сезон, и вас ждет, соответственно, еще множество персонального электротранспорта, как в линейке Charger, так и в чоперном исполнении. Импортозамещение работает в полном объеме. Так что будет много заездов, сравнений и обзоров персонального настоящего кастома. Пальцы вверх, ждем жирную дискуссию и до новых встреч. Пока!